Доброго времени суток! Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Практически уже закончился сезон кабачков. Ну, конечно, еще они недолго будут храниться дома. И мы можем наслаждаться этим овощем практически всю зиму. Но я вам в этом году ни разу не предложила оладьи из кабачков. Сейчас хочу поделиться очень вкусным рецептом. Нам хоть на завтрак, хоть на ужин. У меня сегодня будет на ужин. Можете приготовить такие оладушки на завтрак. Есть небольшой секретик, я с вами им сейчас поделюсь. Оладьи получаются изумительно вкусные. Самое главное, полезные. Подойдут всем, даже тем, кто сидит на ПП. Сейчас все расскажу и покажу. Поехали. Так, нам потребуется кабачок. Я, ну, конечно же, все приготовила уже заранее, чтобы не отнимать ваше время. Здесь у меня, ну, приблизительно полкило кабачка без шкурки, без семечек, потерто на крупной терке. Далее, мелко очень порезала вот такой вот красненький перчик. Можете взять желтый, если перчика нет красного-желтого, можете взять зеленый. Так, мелко порезала. Значит, луковичка, ну, вот такая вот средняя. Вот. Ее мы сейчас натрем на крупной терке. 2,5-3 зубчика чеснока возьмите. На любителя, кто сколько хочет, тоже потрем на терочке сейчас. Потребуется 2 яйца и немножко зелени. Вот я взяла петрушку и у меня укропчик. Значит так, сейчас берем лук и прямо вот сюда в кабачок его трем на крупной терке. На мелкой терке потрем чесночок. Сюда отправляем перец, 2 яйца, зелень петрушки и укропа, чуть побольше чайной ложки соли. Соль добавляйте по вкусу. Я люблю немножко подсоленное, я даже чуть-чуть добавлю. И перчика черного молотого, вот так вот на кончике чайной ложки. Все хорошо перемешиваем. Сейчас кабачок еще под действием соли отдаст свою влагу, да, видите? Ничего отжимать, конечно же, не нужно, потому что следующий ингредиент это у нас овсяные хлопья. Я взяла вот просто стакан овсяных хлопьев по весу, ну, примерно 120-130 граммов. Сюда и отправляем. И все перемешиваем. Очень хорошо все перемешали. И даем постоять приблизительно минут 20-30, чтобы хлопья набухли. И, конечно же, они лишнюю влагу заберут. Ставим сковородку с маслом разогреваться. Масло можно немножко. Еще раз все перемешайте. Здесь у меня вода стоит на другое блюдо. Я надеюсь, она нам не помешает. Да? Вообще, очень хорошо такие оладушки делать с вечера. С вечера приготовили вот это так называемое тесто кабачковое, да, а утром только, знаете, успевайте, выпекайте, потому что вот за 20 минут, я сейчас 20 минут держала, немножко не до конца, конечно, впиталась влага, но это ничего страшного. Все, на раскаленную сковородку ложкой выкладываем оладушки. Вот так вот. Здесь все только самое полезное. Овощи, геркулес. Утром на завтрак это вообще супер будет. Ну, можете и на ужин. В общем, по желанию. Как вы захотите. Когда она за ночь постоит, она вообще хорошо впитается. Вот если с вечера я делаю, то утром вообще отлично. Все, даем подрумяниться. Газ я немножко сейчас убавлю. Как только они поджарились, с одной стороны переворачиваем аккуратненько. Оп. Если мало ли вдруг вам покажется, что, ну, поторопитесь и будете делать, и вам покажется тесто жидковато, можете добавить немножко муки. Например, ложечку. Смотрите сами, уже там ориентируйтесь. Если с вечера сделаете, конечно, хорошо набухнет овсянка. И будет вообще очень вкусно. Все супер будет. Смотрите, какая красота получается. Видите? Вообще, это очень вкусно. Красиво, да? Так и просятся в рот такие оладушки. Причем они очень полезные. Подойдут для всех. Даже для тех, кто ПП-рецепты использует. Или, допустим, сидит на диете. Так,
все, оладушки испеклись. Сейчас их на тарелочку перекладываем. Так. И жарим следующую партию. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Очень быстро, очень вкусно и очень полезно. Подаем со свежими овощами. Здесь у меня перчик, огурчик, помидорки. Ну и, конечно же, соус. Соус можете сделать любой. Я здесь сделала майонез, сметана, добавила дижонской горчицы и немного зелени. Такой вот соус получился. Майонез, конечно же, свой домашний. Сейчас с вами попробуем, что же у нас получилось. Возьмем одну оладушку. Оп, горячие они еще. Разломим, посмотрим, как она будет выглядеть. Они очень мягкие, смотрите. Вот так вот она выглядит внутри. Оладушки пропеклись. Вообще замечательные на вкус, хрустящей корочкой. Я считаю, что это именно то, что вам нужно на завтрак для хорошего дня. Всего вам самого доброго и приятного аппетита! Смотрите, какие аппетитные, вкусные оладушки получились, видите? Ну, красота, да и только, да? Практически готовится из ничего. Это кабачок, это геркулес, все это полезно, все это вкусно. На завтрак, я думаю, что будет вот так. Я желаю вам хорошего дня, всего самого доброго. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал и оставить пару слов в комментарии. Я буду вам очень благодарна. Всего вам самого доброго и самого хорошего. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока.